Состояние Михаэля Шумахера немного улучшилось. О результатах второй по счету операции сообщил хирург Жан-Франсуа Пайен. Сохранится ли позитивная динамика, пока неизвестно. Именно поэтому врачи не спешат выводить легенду автоспорта из искусственной комы. Михаэль Шумахер получил травму, катаясь на лыжах. Он упал и ударился головой о камни, скрытые под снегом. На Михаэле был шлем, именно это и спасло автогонщика от гибели.